Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2009 года выпуска, двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 129 тысяч километров. Захрустел передний левый шрус. При повороте руля, когда даешь газу, идет треск. Решили заменить. Оригинально идет в сборе, стоит дороговато, поэтому решили заменить на аналоги. Из аналогов подобрали фирмы Zigmar. Китайский, понятно, но вроде бы неплохого качества. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо, откручиваю гайку привода и дальше уже смотрим, что нужно сделать. Фиксирую отверткой через вентиляционное отверстие тормозной диск. Головка на 32. Смажу немножко резьбу. И ослабляю гайку. Откручиваю гайку. О, привод шевелится. Проблем с его выбиванием не будет. Бывает, закисает. Сорвался на улице ветер. Откручиваю гайку рулевого наконечника и откручиваю шаровую опору. Для чего мне надо? Когда я привод выдерну, я смогу повернуть стойку, и мне здесь удобно уже будет работать с приводом. Я его выдергивать из коробки целиком не буду, чтобы масло не сливать. Постараюсь сделать на месте. Гайка на 18. Здесь зев большой у меня, то есть зев на съемнике у меня маленький, здесь не откроется, я рулевой наконечник отобью. Достаточно было двух ударов. Тяга живая, а вот наконечник слабый. Сейчас мы им заниматься не будем. Откручиваю болт крепления шаровой опоры. Гайка на шаровой опоре на 15, болт с гайкой. Болт тоже на 15, хотя он должен вытаскиваться легко, он сидит довольно-таки туго. Быстрее всего закис.
Да, просто закис. Теперь датчик АБС нам не мешает, мы его трогать не будем. Выдергиваем шаровую из ступицы. Выдергиваем шаровую из цапфы. Так, все. Привод я шаровую я выдернул. Шаровая живая. Теперь беру ее, перекидываю на другую сторону. И выдергиваю привод. Вот он привод. Пыльник живой, не дырявый, поэтому я оставлю родной оригинальный пыльник. Попробую снять хомут тоже целым. Сейчас его немножко подразогну. Получилось снять целым. Круглогубцами, то есть бокорезами его разоединил. И все, и теперь сжимаю и снимаю защелки. Его же и использую обратно. Также ослабляю задний хомут. Перед этим отверточкой его. Все, я его тоже ослабил, но снимать я его не буду. Для чего его ослабил? Стянуть пыльник назад. И на посадочное место я установлю съемник. Ставлю снизу тазик, потому что сейчас пыльник стяну, у нас потечет смазка. А, к сожалению, смазки здесь просто мало. Вот из-за этого и привод-то просто работал в малом количестве смазки. Протираю. Добавил освещение, сдвину еще пыльник. Вот такой вот съемник приобрел, но еще ни разу его не обкатывал. Снимаю.
Теперь одеваю на шрус эту рогатку. И одеваю, в принципе, на конечном нормально стояло. Здесь проточка, вот как раз она на посадочной отпульнике садится. И закручиваю вот эти два болта, прижимаю. Все, вот я ее поджал. Теперь держу монтажкой и кручу вот эту гайку. Крутится-крутится, но сдвигается съемник. Значит, переставлю его с этой стороны, чтобы сюда уперлось. Сейчас переставлю, включу камеру. Переставил под проточку, здесь вот есть ближе проточка, так как когда я тяну шрус на себя, это отталкивает ее назад. Сейчас она упрется в проточку и должна, по идее, вытолкнуть шрус, стянуть шрус со шлицевой. Также заталкиваю монтажку. И кручу гайку. Вот и все. Привод сошел здесь. Достаточно было создать усилие, и он у нас отошел. Первый раз пользуюсь этим съемником.
штука удобная. Поэтому берите, не сомневайтесь. Даже если закусит стопор, я думаю, такое усилие его порвет. Сейчас покажу здесь, куда она упирается. Вот она, проточка. И в нее она упирается этим пазом. Все. Вот он, привод. Стопор стоит на месте. Сейчас здесь чищу, мою, вымываю и устанавливаю новый привод. Помыл я смазку. Беру новый шрус фирмы Zikmar, как я и говорил, Z87351R. Это оригинальный его номер. Написано Chevrolet Cruze. Достаю привод и первым делом, не спеша, мы сначала мерим его в шлицевую, потому что, к сожалению, бывает такое, что подбираешь дубликат, а он не подходит, чтобы его можно было вернуть в случае чего. Не набивайте его смазкой. Посчитайте количество шлицей, сколько шлицевой на нем. И попробуйте. Вот он встает плотненько, без всяких перекосов, без всего. Теперь можно его набивать смазкой. В комплекте идет туба со смазкой, тоже ее обозвали так же красиво, Zikmar. И выдавливаем вовнутрь, пока у нас через шарики не пойдет. Все, вот видно, вокруг шариков появилась смазка. Ну, этой смазки, я считаю, мало. Может быть, кто-то считает и по-другому. Я всегда еще добавляю. Эту выдавливаю дальше в привод. И добавляю в пыльник еще смазки. Вот такая смазка у меня в тубе, в мягкой. Это ВСМП Авто. И добавляю ее в пыльник вовнутрь. Вот. В общей сложности я добавил где-то еще грамм, наверное, 100. Не знаю, мне кажется, еще маловато. Добавлю-ка я еще. Ну, а теперь беру и одеваю шрус. Шрус защелкнулся на стопоре. Одеваю пыльник на посадочное место. Пыльник сидит на посадочном месте. Одеваю хомут. Все.
Все, защелкнул я старый хомут. И теперь беру его, обжимаю. Все, обжал, не крутится. Маленький хомут я тоже зажал, тоже вот не крутится. Я имею в виду, что он не прослабленный. Теперь медной смазкой смазываю шлицевую и резьбу. Одеваю привод на место. И одеваю шаровую опору. Все, шаровая опора одета. Здесь проводка вставляется посередине. Смазываю болт. Болт крепления шаровой опоры. И ставлю его на место. Закручиваю гайку. И закручиваю гайку привода. Новую я ставить не стал. Ставлю родную. Пусть будет одинаковая гайка. Резьба подходит, все нормально. Также отверткой, только теперь снизу, фиксирую тормозной диск и затягиваю привод. Все, привод я затянул. Закручиваю рулевой наконечник. Шаровую опору я прикрутил. Смазал резьбу. Завожу наконечник на место. И закручиваю. Затягиваю наконечник, ставлю на место колесо. И на этом замену привода я закончил. Всего вам доброго!